Всем молодым людям около 30 лет. У каждого своя жизнь, семьи, работа. Объединяет их одно – любовь к футболу и, конечно, дух соревнования. Собравшись вместе, они решили принять участие в чемпионате 2-го дивизиона любительской футбольной лиги. Команду назвали «Видное 2», а чтобы добиться хороших результатов, пригласили профессионального тренера Александра Пиюка. В тренировках в основном подтягиваем функционалку ребятам. Техника, тактические действия. Ну и немного теории бывает. Так, потому что ребята футболом на каком-то профессиональном уровне никто не занимался, любители все, поэтому какие-то начальные стадии тренировок отрабатываем. Теперь, благодаря программе «Школьный двор», мест для тренировок стало значительно больше. Занятия проходят 2 раза в неделю. По средам и пятницам в 9 вечера на поле у Видновского художественно-технического лицея. Здесь созданы все условия – поле с искусственным газоном, раздевалки и освещение для занятий в темное время суток. Отличное поле, как бы с огромной радостью тут заниматься. Получаем удовольствие от этого поля. Супер то, что сделали. Все начинается с разминки. Несколько кругов бега, растяжка. Затем упражнения с мячом, игра в квадрат и отработка ударов по воротам. Занимаясь любимым делом, молодые люди подают пример подрастающему поколению. Всех юных, молодых, подрастающего поколения хочу посоветовать и принудить заниматься спортом. Спорт – это жизнь, спорт – это здоровье, спорт – это все. На данный момент в составе команды 16 человек, но набор продолжается. Принять участие в тренировках могут все желающие старше 16 лет. Начало игр уже в августе. Дмитрий Книга и Адамия Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».